Всем привет! Мы находимся на складе в Święcicach, в Польше, рядом с Варшавой. Здесь мы можем наблюдать зону приемки. Сначала про склад расскажу. Значит, склад очень большой. Здесь имеются стандартные стеллажи 4 уровней, так и гравитационные стеллажи также 4 уровней. Склад холодный, 6 градусов Цельсия. Очень много палетомест, не считал, но я вас уверяю, что-то с чем-то. Хочется отметить, что склад очень чистый, аккуратный. Все на своем месте и так далее. Значит, зона приемки. Значит, на видео вы можете видеть поддоны, палеты, которые прибыли. Но еще не поступили стеллажи. И вот товарищи на штабелерах как раз этим занимаются. Давайте посмотрим. Значит, он сканирует палету. ВМС говорит ему, куда его отвезти надо. Вот, он ее берет. Смотрит на сканере адрес и везет по своему адресу. Там указывается номер стеллажа, номер как бы ряда, места и номер уровня, на который нужно поместить палет. Довольно интересно. Интересно, что система, ВМС-система, все решает сама. Куда разместить, что и как. В принципе, в этом вся суть складирования, процесса складирования. То есть забирают палет и отставляют в указанное место. Этим занимаются только товарищи на штабелерах. Вот, пожалуйста, возьмем крупнее, чтобы было ясно. Все в теплой одежде, в накидках световозвращающих, в специальных ботинках с железными вставками, чтобы, не дай бог, если что упадет и перебило пальцы. Я, кстати, тоже. Ну ладно, отправимся, посмотрим на другой процесс.